На образовательном форуме в Химках собрались настоящие умники и умницы. Эти ребята знают ответы на самые каверзные вопросы. Во время игры в Brain Ring одна из команд особенно отличилась. Сборная из школьников разных возрастов с легкостью обошла конкурентов. Елизавета, ученица 11 класса, точно знает, чем полезны такие встречи. Сплотить молодежь, дать какую-то информацию, показать, что нужно общаться, общаться вне интернета. В рамках образовательного форума «Управляй будущим» провели интеллектуальные игры, квесты, лекции и тренинги. Организацию взял на себя отдел по работе с молодежью Химкинской администрации совместно с Академией НРАН-ХИКС. Программа разработана таким образом, чтобы школьники могли определиться с профессией как можно раньше и приобрести необходимые навыки для подработок. Те навыки, которые ребята могут приобретать вне лекций, вне занятий в школе, в институте, чтобы ребята понимали, что выйдя из школы, придя только-только в институт, уже можно иметь какие-то навыки, которые позволят им в какой-то мере найти, возможно, какую-то первую работу, которая уже будет интересна. И именно интересно не то, что чтобы просто зарабатывать какие-то денежки, чтобы была какая-то обособленность от родителей, нет, чтобы действительно работа приносила пользу, интерес, удовольствие. Подобные форумы помогают молодежи также завести новые знакомства, помериться уровнем знаний и определить степень подготовки к вступительным экзаменам в вузы.